школе села Береговые Сыреси 55 учеников. 27 февраля был не учебный день, однако детей было много. Проводили акцию «Добрая суббота». В ее рамках ребята пришли в школу, чтобы заниматься в кружках и секциях. Например, в спортзале увлеченно играли в волейбол. Артем Сдунов убедился, что в школе есть все необходимое для занятий и лыжным спортом. Славится школа и своими умельцами. В кружок резьбы по дереву ребята приходят еще в начальной школе. К окончанию учебного процесса они уже мастера своего дела. Их работы получают самые высокие оценки на различных творческих конкурсах. Почему я начал заниматься? Я смотрел, когда я был маленький, старшеклассники ходят, вырезают. Я тоже решил попробовать. Когда попробовал, очень понравилось. Так и начал заниматься. Чтобы поделка была хорошей, там мало просто вырезать ее. Нужно вложить в нее душу. Сейчас я делаю свистульку в форме ножа. В соседнем кабинете младшие школьники постигали основы программирования. Ребята рассказали Артему Сдунову, что им нравится заниматься, а педагог пояснила, что обучение происходит в игровой форме. Есть в школе и кружок робототехники. Эти машины парни собрали сами и показали временно исполняющим обязанности главы Мордовии, как работают их роботы. Вы учите с основами, да, получается? Да, здесь мы как раз и программируем, которое начинается у нас в 9 классе. Здесь и конструирование, логическое мышление, как это создать, пространственное выражение. То есть здесь учебные, воспитательные цели, бережное отношение к роботам. При школе работает детский сад, в нем 10 ребят. Но в самое ближайшее время ожидается пополнение чуть ли не вдвое. Добавлю, что в школе села Береговые Сыреси свято чтут память предков. В этой школе учился Иван Турунов. Он командовал дивизией и погиб под Харьковом в 1941 году. Посмотрел Артем Сдунов и каток, на котором дети учились кататься на коньках. Они сделали фотографию на память о встрече с руководителем республики. Выезжая из села, временно исполняющий обязанности главы Мордовии остановился около здания местной пожарной команды. Артему Сдунову рассказали, что в ней один пожарный автомобиль и в основном тушат весенние палы травы. Руководитель региона осмотрел оснащение команды и сделал несколько замечаний. Далее в программе рабочей поездки было посещение семейной животноводческой фермы в селе Дубровское. Сейчас здесь содержат 50 коров. В среднем на дой на одну фуражную корову почти 8 тонн молока. Руководители республики рассказали о перспективах развития производства. В селе Оброчное Артем Сдунов посетил родовой дом семьи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Стараниями митрополита Саранского и Мордовского Зиновия в нем провели масштабный ремонт. По сохранившимся фотографиям в доме была полностью восстановлена обстановка, в которой жил священник Василий Гундяев в то время, когда на каникулы к нему приезжал внук, будущий патриарх Кирилл. В Оброчинской средней школе временно исполняющий обязанности главы Мордовии также ознакомился с работой кружков дополнительного образования. Здесь дети увлекаются моделированием и робототехникой. Я собираю робота, называется под именем Стрекоза. Вот. Она будет ходить и шевелить там еще усиками. Еще не до конца собрал. Артему Сдунову рассказали, что в 2019 году на базе школы был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенный самым современным оборудованием на сумму более 1,5 миллиона рублей. Оказывать первую помощь школьников теперь учат на практике. Для этого закуплены специальные тренажеры и манекены. В Оброчном Артем Сдунов побывал на площадке агропромсервиса, предприятия, образованного на базе бывшего государственного конезавода. Здесь выращивают не только привычные всем зерновые, сахарную свеклу и крупный рогатый скот. Гордость предприятия района и всей Мордовии – советские тяжеловозы, которых здесь разводят. Артему Сдунову показали бразильца и жонгира. Эти красавцы-жеребцы – каждый по 800 килограммов мышц и необычайной грации. Рыцари короля Артура наверняка хотели бы таких себе под седло. Породу ценят и сейчас. И бразилец, и жонгир удостоены золотых наград на самой престижной сельскохозяйственной выставке «Золотая осень». Сейчас на конезаводе более сотни таких красивых животных. Кстати, посмотреть на них и узнать больше о коневодстве хотят многие. Говоря с руководителем коневодческой фермы, Артем Сдунов отметил, что туристам здесь точно понравится. Но в настоящий момент большой рекреационный потенциал хозяйства не реализуется. Руководитель региона дал поручение разработать план по привлечению туристов в район и на конезавод в частности. Побывал Артем Сдунов и в селе Рождественно. Директор предприятия «Агромир» Николай Пантюшин рассказал руководителю региона о своем хозяйстве. За 6 последних лет в развитие вложено более 1 миллиард рублей. Поголовье за это время увеличилось в 5 раз. Сейчас в хозяйстве только дойных коров около 600. Также было построено новое помещение для молодняка. В селе Кергуды Артем Сдунов осмотрел животноводческую ферму «Общество Дружба».
прошлом году здесь завершено строительство нового комплекса на 1200 голов дойного стада. Поголовье скота возросло почти до 5000 голов. Сейчас здесь работает около 200 человек. Средняя зарплата более 32 тысяч рублей. В рамках поездки в Ичалковский район временно исполняющий обязанности главы Мордовии посетил также спиртовой завод «Кимлянский». Он осмотрел производство и оценил туристический потенциал предприятия. Оно ведет свою историю с 1828 года и, несомненно, будет интересно гостям республики. Один из флагманов перерабатывающей промышленности Мордовии – Ичалковский сыродельный комбинат. Он производит около 30 тонн продукции в сутки. В линейке из 80 наименований есть даже пармезан. Во время созревания сыра происходят физико-химические процессы с сыром. То есть там находится закваска, которая во время созревания срабатывает лактозу. В результате переработки лактозы образуется вкус, запах, цвет и консистенция сыра. Сейчас на комбинате работают 343 человека. Средняя заработная плата свыше 42 тысяч рублей. Руководителю региона доложили о результатах работы в минувшем году. Произведено 10,5 тысяч тонн сыра. Если сыродельный комбинат – предприятие уже с несомненными трудовыми достижениями, то компания «Протеин» только начинает свое развитие. Здесь производят концентрат сывороточных белков с 80% долей белка. Он широко используется в пищевой промышленности и для производства спортивного питания. Мы открыли свой интернет-магазин и будем заходить в сети федеральные. В таком виде по килограмму фасуем именно для розницы. В прошлом году концентрата произвели более 558 тонн, а полная годовая проектная мощность завода – 650 тонн. Продукция широко востребована рынком, а само производство можно смело назвать уникальным. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости.